Я как бы работаю портным, ошиваюсь. В общем, я хочу попасть куда-то туда, где хорошо, уютно, тепло, и все рады тебя видеть. Взять с собой свою вторую половинку. Мне нужно 70 штук. Но единственная проблема, пока у меня 0, 0, 0, 0. На работу я добираюсь на двух автобусах, часа два примерно. Я разделил свою месячную зарплату на количество часов, минут, в общем, времени, которое я работаю, и получилось, что за минуту я получаю 2 рубля. На месте. Стой. Ваша. Полтора. Налево. Равняйся. По большей части у нас социальные сироты. Но это дети, у которых есть родители, либо их лишили родительских прав, либо родители от детей почему-то отказались. Летом я работал в детском оздоровительном лагере. У нас получилось остановить, можно сказать, настоящий бунт в лагере. Взвод, внимание, должны навесить своему товарищу на голову навешивается как. Примерно так, точнее стараюсь. И вот в лагере меня заприметили. Но мне тогда было всего 17 лет. Я отрастил бороду, пришел на собеседование. Что делаешь? Я не сказал начали, я говорю, начинаю. Все из-за бороды и усов, запомните. Когда я хожу курить, я ухожу далеко за дом куда-нибудь, чтобы они меня не заметили. Когда я пришел работать, я не был растерян абсолютно. Что ты делаешь? Знаю, как встать. А ноги поднимай вверх. А зачем? Зачем? А что это за стойка на руках, если ноги не... Только не так ходишь, мы вообще ноги вот так сгинаем. А никогда раньше как вы делаете. Главное, правильно делать. Кто колесо? Разомнитесь, умеете колесо? Я нет. Чем вы вообще в школу занимаетесь? Разомнитесь. Мы колесо не делаем. Мы не делаем. А вы умеете? Вы умеете колесо делать? Нет. Ты умеешь? Честно говорю. Да, не умею. Умею, давай иди делай. Ты хотела на матах кувыкаться? Я не просила. Что ты делаешь-то? Я спросил, умеешь? Ты сказала да. Ты не умеешь на колесо? Нет. Стой, да куда ты, что ты делаешь, да, если ты не умеешь? Я так не кричал, что...